Вот, из всей моей косметики я перебрала и оставляю только вот это. Все только самое нужное и тем, чем, наверное, буду пользоваться. На самом деле это все равно выглядит много, но я думаю, я сейчас разложу и уже конкретно буду видеть разницу. Так, то в этой коробке находятся продукты, которые я буду отдавать. Вы тут это все видите, все в хорошем состоянии и все, в принципе, свеженькое. Просто то, к чему у меня уже не тянется рука, тут и Benefit есть, и пару кисточек, и, например, вот совершенно новый блеск для губ от Bare Minerals, ну вот не мой это оттенок, такой ярко-розовый, я думаю, кому-то он больше понадобится. Так, это должно идти сюда. Из таких более шокирующих для самой меня я буду избавляться от палетки Nude от The Balm. Все в ней хорошо, но просто у меня сейчас есть много палеток, и, наверное, к этой у меня рука будет тянуться меньше, потому что похожие оттенки есть и в других. Тут также у меня находится Bare Minerals, ну, потому что, ну, вот оттенок такой розовый не подходит. Ну, в общем, куча всего, как вы видите, все будет на раздачу. И также, помните, я вам говорила о сайте Depop. И, наверное, я сделала отдельное видео. Какие-то хорошие вещи вроде этой я спокойно продаю. Я в этом ничего не вижу плохого. Но появятся деньги на покупку каких-то более хороших вещей. Ну, конечно, я продаю только то, что в хорошем состоянии. И, конечно, я дезинфицирую продукт. Я не продаю ничего такого. Ну, в общем, вот. Ну, вот эта коробочка у меня продуктов на выброс. Как видите, немного, потому что в основном все, что я отдаю в хорошем состоянии, а вот то, что уже закончилось, вроде там тушей, да, моих любимых, это все, конечно, пойдет на мусорку. И, например, тональный крем от Clarins. Ну, я, в общем, потом ближе в пустых баночках покажу. Мой любимый бронзер, я им до сих пор пользовалась, это Body Shop, но тут есть еще, как видите, но уже он весь переломанный, и нет смысла его держать, поэтому буду выкидывать. Теперь я начинаю все складывать в свои шкафчики. Стандартные мои шкафчики от Muji, они у меня теперь в два ряда. И, в принципе, да, в верхнем ряду я люблю класть такие более красивые продукты, те, что новенькие. Вот, сюда мы положим все мои... Ну, не все, сюда положим какие-то палетки теней. Так, сюда тоже определю две свои палеточки, вот так вот. Также я сюда положу какие-то однушки теней. Так, пусть так и будет. Сюда пойдет еще MAC. Ну вот, все прекрасно закрывается. Ящики вот здесь вот, именно в этой, они немножко шире, чем здесь у меня стоят. Поэтому сюда я кладу свои тональные крема. Сюда я буду класть свои тональные крема и базы, особенно как-то их не распределяю. Смотрю, чтобы просто все хорошо смотрелось. Так. Ну вот, почти все влезло. Ну, значит, здесь у меня будут тональные крема, а в нижний ящик я положу базы. Перемещаемся, наверное, к следующим ящичкам. Их тут больше, но они намного уже. Так, давайте решим, что же первое. Давайте выложим всю красоту, давайте положим сюда румяна. Я люблю менять, на самом деле, что куда я кладу, в зависимости от настроения. Палеточки сюда положим. Я думаю, вот очень даже неплохо смотреться. Так, это тут пусть лежит. Все, давайте посмотрим, влезут ли у меня пудры, потому что... Они немножко побольше. Так. Так, эти влезли. Это интересно, влезет? Нет, вот это, например, от Виши не влезает. Поэтому она у меня пойдет в другой ящик в столе. Это тоже не влезает. Тоже, значит, туда же пойдет. Так. Положу сюда. Нет, давайте сюда положу. MAC. Теперь это... И думаю, пудру. Ну, давайте еще, наверное, хайлайт так поставлю. Так, закроется. Угу, видите, вот из-за этого хайлайтера ничего не влезает. Тогда пусть эти румяна. Давайте достану
Вот эти румяна пришлось достать из упаковки, чтобы они сюда влезли. И сюда я тогда определю. Вот эти, наверное. Что, осталось два последних ящика. Давайте теперь я вот в этот сложу свои туши. Многие из них, кстати, новые, и некоторые даже не открытые, поэтому я не переживаю. Несколько я выкинула сегодня. Рада. Тут сыворотка тоже от Эвелайн. Парочку таких миниатюрок тушей. И сюда я положу свои продукты для бровей, чтобы они у меня лежали отдельно, потому что они мне очень путаются с обычными карандашами. Так, туда же пойдет куда-нибудь в конец точилка. Этот ящик готов. Ну, остался последний. И на самом деле мало, что я туда могу положить. Эти карандашики свои от Кико. Тени, кстати, они мне очень нравятся. Вот тени от Кико нравятся. Также у меня тут другие лайнеры, подводки. Все это отправляется туда. И еще, собственно, места много остается. Ну вот, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я на самом деле была очень рада раскрепить все свои завалы косметики, избавиться от ненужного и освободить некоторые полочки. Особенно полочки, вот у меня есть выдвижные такие в моем столе, поэтому я рада, что они освободились. Огромное спасибо за просмотр, надеюсь, это тоже вас вдохновило на уборку вашей косметики, поэтому да, всем спасибо и пока-пока.